Приветствую всех, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем строить нашу Карфагенскую империю. Итак, мы в прошлый раз с вами остановились на том, что попытались отбить атаку от Бригантия, да, но тем не менее силы были не равны, и все-таки кельтики оттяпали Бригантий. Но сейчас наша армия уже практически дошла до Бригантия, да. Правда, нам чуть-чуть не хватает хода. Тем не менее, на следующем ходу Бригантия уже будет нашим. А пока что мы сейчас попробуем сорвать последние войска, да, которые нас отделяют от последнего города кельтиков Алисипо. И сейчас, собственно, мы с вами это сделаем. Так, давайте уже нападем. Почему-то вторая армия к нам не подцепилась. Почему-то толпа. Странно. Я думал, вторая армия тоже будет в этом участвовать в деле. Ух, ё. Что-то вас как-то много. Что-то вас как-то много, ребят. Так. А если так напрямую побежать? Так, раз-два, да. Что-то я побаиваюсь. У них еще много чего с собой есть. Нафиг, я тогда лучше так сделаю. Так, не хочет он дальше идти, да? Ну и пофиг, постоим. Постоим, не хочу рисковать. Так, тем временем, что у нас на этом берегу? Так, на этом берегу что, нанимаем тогда наемничков? И, собственно, в атаку идем. Так, здесь, в принципе, Ларису можем оставить, да, в тылу. Потому что, собственно, войска Эпира будут прикрывать нас. И идем. Как раз-таки сейчас дадим сражение рядом с Пеллой. Разгоним как раз-таки этих прачников-оборванцев. Еще и ночную атаку предпримем. Так, вот мы видим войска Вифинии. Ну и, как всегда, преимущественно, конечно же, нас состоит из восточных прачников, стрелков, короче говоря. Так, хотя тут у них есть и наемные гоплиты, кстати. Серьезные ребята, но я думаю, мы с ними справимся. Давайте, наступайте потихоньку. Наши баллисты вас как раз-таки заждались. Так, откуда же у них подкрепление придет еще? Или не придет? Так, скоро они в зону обстрела подойдут, когда... Ну, я думаю, у них, если подкрепление подойдет, то сзади их аж опять. Ну же. Все, на линии атаки. Пошла душа в рай. Так, немного в гоблинчиков, я думаю, не помешает ударов. А сейчас уже перелет. Е-мое. Все, пришла пора действовать. Нашим войскам. Давай накопи, парни, давайте, давайте, насаживайтесь. Насаживайтесь, ребят. Так, ну что, неплохо, неплохо мы вас попугали. Блин. Все, отбой, ребят. Сейчас больше от Friendly Fire пострадаем. Так, и мочим демократа, Как можно быстрее. Ну вот, собственно, и все. Надо теперь поохотиться на демократику. Демократию тут разносит, понимаете ли. Вот такая ночная вылазка закончилась успехом. Да, карфагенские баллисты действительно ничего не остановят. Так, ну теперь охотимся, надо демократика побить. Давай, давай. Все-таки, наверное, смог он убежать. Нет, смотрите как. Не смог. Не смог демократику бежать, и у нас что осталось тут? Ну, в принципе, все, можно, можно сматывать удочки. Хорошо, мы сегодня поохотились. Крайне хорошо, мне очень понравилось. Ну, а теперь идем дальше на Пеллу. В принципе, с захватом Пеллы мы в Греции еще больше укоренимся. Так, мы продолжаем троллить Вифинию. Так. Что на этот раз лучше сделать? А ничего мы не будем делать. Протроллим оставшуюся армию. Так, ну и, собственно, нападаем на Пеллу теперь. Так. Да, заполнены отряды. Так, а вот Лариса негодует у нас. Лариска у нас негодует, но ничего страшного. Так, в ночной атаке у нас также все-таки шансов больше, да, смотрю. Так, гарнизонные войска. Так, армия в гарнизоне, гарнизонный флот. Ну, в принципе, также ничего страшного я не вижу тут. Но все-таки давайте предпримем ночную атаку на Пеллу. Все-таки поселение это достаточно большое. Поэтому лишние бонусы нам пригодятся. Ну и у Пеллы, конечно, довольно-таки интересное построение. То есть здесь какой-то склон, такая гористая местность, и главные ворота также как-то не особо удобно построены, выстроены. Поэтому мы будем атаковать вот эту башню боковую. Маячок красивый. Ну, честно говоря, ожидал я большего от столицы Македонии, да, некогда Македония. На самом деле, не такой уж большой город выходит. Так, и сразу тогда ставим... Так, взрывной снаряд. Бонус против пехоты, ну ладно. До горящих снарядов мы еще не дошли. Так. Что, стены будем валить тогда? Так, я думаю, вот эти вот башни до нас сбоку стрелять не будут, особо доканываться не будут, поэтому свое внимание сосредоточим мы на вот этих вот стенах. Ну, я думаю, боковые стены разрушатся достаточно быстро. Тут уже пошли первые трещины. Все, есть пролом. А вот и спряталась армия. Как раз таки. А уж теперь вот. Атакуем саму непосредственно армию. Немного их так вот патрулем таким способом. Мы будем действовать, знаете, таким американским манером, на манер американской армии. Город всякие. Ну, короче говоря, унтерменши. Вручную, конечно, тут неудобно управлять, потому что стены мешают. Ладно, пусть искусственный интеллект занимается своим делом. Так, плюс еще к ним подмог приплыло уже. Ну че, пусть тешут себя спасением. Тщетно. Так, давайте-ка лупанить по конным застрельщикам. Вот эти говнюки больше всего проблем будут доставлять. Потихоньку выводим пехотку. Эх, опять нам не пригодились лестницы. Зачем нам лестницы, если есть такие вот замечательные осадные оружия? Просто замечательно, отлично. О, Мильтат, давайте-ка на генеральщика, на главного. Отправим теперь на гнев наших богов. Да проклянет тебя Балхамон, ублюдок. Это реально какой-то апокалипсис. Куча трупов. Давайте ускорим время. Да, по-моему, зарядов как-то стало больше. Надо еще прокачать вот все это дело. Военное. Осадное, да, все, что связано с осадами. И, наверное, боеприпасов тогда будет еще больше. Впрочем, припасы уже потихоньку подходят к концу. И последние заряды давайте как использовать. Не по... Ух, ё-моё! Так, вот это вот я не увидел. А, вот это нас, блин. Подкололи, конечно. Я надеюсь, мы сохраним баллисту. Блин, ну вот этот вот нежданчик, нежданчик такой самый. Блин, не досмотреть-то. Ну, бывает, ничего. Так, ну а теперь проходим. Я надеюсь, что все-таки смогли мы сохранить один отряд баллисты вот этой вот. Ну, они сейчас пожалеют за это. За то, что так опрометчиво поступили. Знаете, хотя вот в ночных атаках есть такая своя красота. Своя какая-то неподдельная грация. Так, толпа. Вот давайте на мобов направим. Пока что тарантийцев. Так, а вот уже и копейщики. Ну, здесь сейчас нашу ночную сечь устроит 100%. Так, проходим, не толпимся. Так, ну тут копьеметатели дают достойный отпор довольно-таки. Так, ну давайте на подмогу еще отправим наших ребят. Ух, ё-моё. Восточные копьеметатели. Вифинская пехота. Так, вот вифинская пехота тоже интересно. Так, стоп. Так, ну посылаем в бой. Всю нашу ратию. Чтобы уже навели порядок в стране. Так, это я врубил в слоумо сейчас. Давайте, ребят, не толпимся. Так, долбим последних этих ребятушек. Так. Наступаем. Да, жаль, что сразу не взяли стены. Блин, валим отсюда. Что-то слонов как-то, блин. Слоники тут как-то не очень. Так, ну скорее всего, да, это стены валят слонов. А сюда еще зашли... О, все. Сюда еще зашли эти ребята на стены, и огонь еще более такой стал. Яростный. Но стену мы сейчас захватим. Так, и вот Егиона надо бы, вифинская пехота, вот больше всего они мне бесят, эти друзья-подруги. Да, что-то слоников, блин, выкосили раз, два, три, сразу за раз. Ну все, стены мы захватили. Идите его уже нафиг отсюда. Не мешайте нам воевать. И теперь с полководцем осталось разобраться до конца. Ну, собственно, с ним уже разобрались. Так, где же еще у нас ребята остались? Ага. Так, последнее, смотрю, скопище. Ладно, ведем отряды на последние отряды противника. Самое главное выкурить застрельщиков копьеметателей. Так, ну же, последняя битва за Пеллу. Горцы пошли. Ну, горцы вам уже не помогут, друзья наши вифинийские. Город будет захвачен Карфагеном. И очищен от вашего временного пребывания. Довольно красивая получилась битва. Занимательная. Куча погибших просто. И вот мы зачистили очередной город от вифинской нечисти. Армия уничтожена. Ну и теперь Пелла переходит под владение Карфагена. Это бывшая столица Македонии, теперь полностью наша. Так, общий порядок. Что нас тут улучшает? Давайте священную рощу построим. Так, а в Ларисе тем временем тогда мы это дело снесем. Ну, снесем чуть попозже. Когда сначала в Пелле построим поле для смотров. Вот, мы в Ларисе построим тогда мастерскую. Вот, чтобы мы могли нанимать осадное орудие и броню делать для наших войск. Так, и заодно сейчас захватим Несс. Жаль. Видимо, агент вражеский поработал. То, что он нас смог успеть остановить, успел. Так, ну ничего. Зато теперь наши войска теснили вифинийцев еще восточнее, да, и фронт мы прорвали еще дальше. В принципе, теперь наши эпирские друзья могут спать спокойно. И единственное, что, друзья, вам пора бы уже в Иерапитну побольше войск запрячь, чтобы Крит от натиска объединенных сил Пергама и Египта спасти. Но что-то вот вы, ребят, подтупливаете. Что не есть гуд. Так, и пора еще в Дельмине застроиться вовсю. Ух, далматы, мятежники вылупились. Так, нехорошо. Это не есть год. Так, и отрядов-то у нас рядышком нету. Блин, придется обратно посылать Садеку. Блин, не есть год. Очень плохо. Хотя к ним сейчас можно подослать наших ребят. Атласских послов как раз таки можно подослать. Так, ой. В городе Ядер они окажутся. Так, и мы их еще и улучшим. Их броньку улучшим по полной. И новобранцев с побережья еще можем нанять. Так, все, полностью мы, скажем так, во всеоружие их сделали. Так, ну и что же теперь все-таки, рискнуть или не рискнуть напасть? Давайте все-таки рискнем напасть. Во, так-то лучше. Так-то лучше, и, собственно, смотрите, а вот теперь на этот раз у нас и основная армия, и подкрепление, и еще армия в гарнизоне. Я не знаю, почему так получилось, сделалось, но вот в этот раз теперь все как надо. Но нападать на кельтиков уже в третий раз подряд, обещаю, все никак не могу напасть. Мы теперь с вами нападем обязательно в следующей серии. Эта серия у нас была посвящена похождению на Пеллу, а вот следующая теперь уже добитию кельтиков уже до конца. Собственно, спасибо за просмотр, и встретимся с вами позже, в следующей серии.